Итак, как изменить метку? Бывает такое, что нужно изменить либо название, либо, может быть, ярлык и так далее. Здесь все так же, как и в рубриках. Наводим мышкой на название метки, далее нажимаем на ссылку «Изменить» и на следующей странице производим соответствующие изменения, которые вам необходимы. Так, идем дальше. Как свойства, да, то есть, когда мы наводим мышкой на метку, у нас появляется 4 ссылки. Изменить, свойства, удалить и перейти. Изменить мы уже посмотрели. Свойства, когда вы нажимаете, у вас на этой же странице появляется 2 поля, название и ярлык. То есть здесь вы можете поменять только название и ярлык. Если вы нажимаете на ссылку удалить, то, соответственно, данная метка удаляется. Хочу сразу сказать, что если у вас прикреплены записи, данная метка к какой-то записи, то запись, конечно же, не удаляется никуда, да, то есть удаляется только метка из данной записи, ну и вообще с блога. Так, ну и последняя ссылка у нас «Перейти». Если вы кликаете на ссылку «Перейти», то открывается страница с как бы архив страницы данного тега. Посмотрите внимательно вот еще раз, как выглядит ссылка. Анфиса Бреус, ну это мой блог, да, anfisabreus.ru/tag. Тег говорит о том, что это архив метки, да. Если это архив рубрики, то будет вместо тег слово категория, да, категория. И слэш дальше, и уже ярлык самой метки. Ярлык метки. Кстати, он должен быть обязательно латиницей. Для пользователей шаблона AB Inspiration этот вопрос решен. У нас в шаблоне встроен функционал, который переводит кириллицу в латиницу, как в заголовках статей, в заголовках страниц, также и в рубриках и метках. То есть вы пишете заголовок по-русски, а данный функционал автоматически переводит все в латиницу. Если у вас не шаблон AB Inspiration, то вам нужно либо это делать вручную, писать, да, вот именно латиницей ярлык, либо поставить плагин, называется он Rustulat или Certulat, два аналогичных плагина, который как раз вот делает вот эту вот трансформацию. Для пользователей шаблона AB Inspiration, еще раз повторю, это делать не нужно, делается все автоматически, в шаблоне это встроено. Итак, идем дальше.